Сейчас, дорогие друзья, делаем осмотр автомобиля Нива Тревел черного цвета. Это единственный черный цвет, который остался в городе Тольятти вообще. Ребята из Саратовской области забронировали автомобиль. Сейчас приехали, делаем осмотр. Нива в комплектации Black с кондиционером. По комплектации быстро пробежимся. Значит, внедорожный обвес черного матового цвета. Многие ребята говорят, что, допустим, на белом цвете здесь окрашено идет. Здесь, видите, часть внедорожного обвеса, она не окрашена идет в зоне дверей. Диски 16 дюйма, черные, глянцевые. Шина Pirelli 215-65R16. На крыше рейлинги. Мы дополнительно сделали тонировку задней полусферы, хотя завода-изготовителя она тоже идет затонирована. По салону у Black свои, так сказать, обшивка сиденья своя идет. Ну, достаточно стильная, красивая, расширенная немного боковая поддержка, черный потолок, кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев, наружных зеркал, два передних стеклоподъемника. Это что касаемо комплектации этого автомобиля. Выглядит автомобиль брутально, стильно. Напишите комментарии, кстати, как вам черный цвет на автомобиле Тревел. В общем, ребята заканчивают оформляться. Сейчас мы их поздравим с этой прекрасной покупкой, озвучим стоимость. Также, кстати, вот по дополнительному оборудованию мы сделали полный антикор. То есть все днище, каждой арки скрыты полостя, дверные проемы, багажный проем, капотный проем. Обработали весь автомобиль. Стоимость этой услуги составила 7500. Пожалуйста. Обработка. Машина всю ночь стояла в теплом боксе. В принципе, это видно, да? То есть, как автомобиль сейчас выглядит. И вот автомобили, которые стояли на улице. То есть, после обработки всю ночь машина сохла, стояла в теплом боксе. Сделали тонировку задней полусферы. 4000. Также мы постелим сюда ковры Ева. Ева ковры. И установили сигнализацию Starline A93 с автозапуском. Стоимость сигнализации составила 19 500 рублей. Это вместе с работой. Автомобиль, в общем, полностью готов был к приезду клиентов. Оставалось только, вот как сейчас, приехать, посмотреть и оформиться. Это занимает по времени 20 минут. Теперь сейчас поедем на заправку. Заправимся здесь. И... есть желание, ребята попросили установить еще противотуманные фары. Сейчас мы это тоже установим. Стоимость 8000 будет полностью. С подключением, с работой и сами туманки. Дорогие друзья, знакомьтесь, Шамиль. Приехали с ребятами из Саратовской области за новым автомобилем Нива Тревел черного цвета. Ранее забронировали автомобиль и заказали дополнительное оборудование. Сигнализацию, антикор, тонировку. И коврики. Мы все это постелили. В принципе, сегодня выдача. Стоимость автомобиля была 1 160 000. Сделали предоплату. Сегодня выдали автомобиль. Все понравилось? Спасибо большое. Поздравляю с покупкой. Спасибо. Так что, дорогие друзья, будут контакты все в описании. Группа ВК, Инстаграм. Заходите. До новых встреч. Удачи вам всем. Пока.